Можно было просто хотел там. Отсюда, я его отсюда рискну. Потянул, чтобы можно было. Отсюда колено пошло. Ну, ударил. Рукоятку. Здесь рука есть. Либо отсюда, либо отсюда. Если ему выйдет удар. Было принять и закрутить его таким образом, чтобы убивая туда, но обратно не убираю, только ударю вот на колено. Техника выбивания оружия, принципы которой одинаковы для работы с ножом, палкой, либо с каким-нибудь другим предметом, предусматривает важные правила. Сустав при ударе должен надламываться по гипотенузе. Удары наносятся по болевым точкам под углом 45 градусов к поверхности. Руки при ударе вкручиваются в точку контакта. Все движения начинаются с движения тазом и ногами. Невыбитое оружие необходимо сразу же отобрать. Выбивание оружия производится нанесением ударов по болевым точкам кисти и запястья, так как от болевого эффекта противник непроизвольно раскрывает кисть. При выбивании ножа необходимо помнить, в работе на кисть противника должно участвовать все тело.